Привет, ребята, мы на канале Санечка Играем Вместе, и сегодня вышел новый промокод крылышки, по-моему, там какое-то животное, я не помню, я не знаю, какие там промокодики, но сейчас мы ведем. Потом в конце видео мы поиграем в Adopt Me, там тоже вышло обновление, но, конечно, обидно, что там нету новых питомцев. Ну ничего, там зато откроется какой-то ивент, но я не знаю, когда это будет. Надо заглянуть в твиттер разработчиков. А вы, ребята, пока что подписывайтесь и ставьте лайки. Вот такой вот промокод мы вводим. 20.20.2020 года. Ну или когда там. Ой, этот промокод что, неправильно? Он же только что новый. Ну, мы попробуем еще раз. Без ошибок. А, мы одну букву пропустили. А может надо с пробелом, если сейчас не получится? Ну, давай. Есть! Промокод вводим. Потому что одну букву пропустили. Ну ничего. Сейчас новый промокодик. Вот такой вот. Другой промокод. Вот так вот выглядит. Быстрее повторяйте. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски с промокодами. Так, и у нас введен промокод. Сейчас мы зайдем. Так, зайдем в Adopt Me. Вот сейчас вот. И давайте зайдем в скинчик. Сначала наденем вот. Так, что там у нас? Что там у нас появилось? Что там у нас появилось? Что же? Так, ой, я вообще сделаю, я там смотрю, о боже, это вообще там, где скин менять. Ну, там, где руки, ноги поменять. Это у меня футболки. О, подождите, а зачем я эту футболку одела, когда я хочу вот такую вот футболочку? Не, лучше давайте вот такую вот. Ставим вот так вот. Ну, давай, где этот заветный промокодик? Покажись, немедленно. Немедленно покажись. Этот промокодик. И ну и где же этот промокод? Разработчики! Че этот промокод где? Ну давайте вот так вот. Тогда вот так вот. Может там еще не загрузилось? Так, подождите, вот сейчас заходим. Заходим. Так. К и вот нажимаем на скин, может быть там еще не загрузилось. Давайте вот сюда вот лист. О, вау, какие крылышки, классно. И еще что там появилось? Ой, тут и хвостик. Давайте вот тут сюда вот полистнем, там где петы. Пец. И лисичка. О боже. За что она такая? Я знаю почему, надо убрать вот эту вот штучку. Вот такую вот штучку. О, она не залезает. О, классно, у нее огонь светится. О боже. О боже. Нет, это не из-за этого. Так, подождите. Подождите, это что, у меня такая голова, что ли, большая? Не-не-не-не, это чего ж проблемки такие? Так, шапку надо снять, вот шапку. И все равно. Ничего, волосы надо снять. О, боги. Мне надо, походу, бошку поменять. Что-то у меня хелп какой-то неправильный. О боже, какой мне поменять? Так, чтобы... Ой, боже.
Ребята, Боже, спасите меня, какую мне бошку одеть, чтобы ее было видно. Короче, этот промокод с обманом. Все, не ведитесь на такие промокоды, которые вообще не видны. Не видны вообще, короче. Ладно, мы одеваем все вещи, которые сняли вот так вот. А, да, кстати, где мои наушники? Вот они. Этот промокод вообще не работает. Ну, только хвостик видно, вот и все. И крылышки тоже видно. Ну ладно, давайте зайдем в игру, и может там будет хорошо играться. Хорошо будет виден вот этот вот лисичка. Ой, я тут записываю посередине ночи, не удивляйтесь. В России сейчас ночь. В Москве сейчас утром, наверное, как я понимаю. Ну что ж, давайте одеваем. Help! Help! И вот у меня лисичка. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Ёшина мышь. Ёшина мышь. Чё происходит? О бог ты мой. Так, чё такое? Чё такое? Нереально, чё такое? Не, надо, мне что, маску надо снять, что ли? Нет, это вообще уже как бы, нет, это не смешно. Ничего, я что, буду лысой, что ли, бегать? О боже, разработчики, что вы натворили? Что вы натворили? Это вообще капец капецкий. Мне голову не влезает. Ничего, надо другую бошку купить, что ли? За рубаксы. Мне что, такую бошку, что ли, одеть? Да нет, разработчики, я что уже? Разработчики. Вот когда я вас увижу, я вам скажу, чтобы вы точно переделали эту ошибку. А то я так вообще как бы... Уйду из этого Adopt Me. Этого Adopt Me. Как бы, нет, не из Adopt Me. Я больше никогда не буду такие промокоды вводить. Потому что меня реально как бы бесит уже то, что когда... Чё, лама? Лама! Банана лама! Блин, у меня уже была лама, я ее продала. Так, с нее огонь летит. Как будто бы я хочу кого-то сожрать. Не хочу я ничего, не буду ничего скушать. Ладно, сегодня я зашла в Adopt Me, чтобы вам показать вот это чудесное обновление. Так, паркуемся вот так вот. Если честно, я ожидала более чего-то большего. Вот у нас тут джакузи есть. Вот как раз покупаюсь вот тут вот. Ну и, собственно, там вот эти вот пандочка, дракончик. Тут это, помните, на Поу-пати было вот, как бы магазинчик, его обменяли на другой. Блин, прикольно было бы, если разработчики вот... Вот было прикольно, если бы разработчики вот так вот бы и оставили вот так вот. Мне очень нравится топ-пати мне как-то не нравилось, а вот это прям супер-пупер. Я ставлю лайк. Ну и советую вам тоже поставить нам лайк. Вот у нас Red Panda, и сейчас я иду кое-что делать. Кое-что делать. Сейчас мне надо к Wi-Fi прийти. Как бы
к Wi-Fi прийти, чтобы там было нормально, как бы грузилось. И мне просто как бы, когда я что-то продаю, у меня вообще Wi-Fi не ловит и деньги не возвращает. Я хочу купить один домик, его обустроить. У меня есть хорошие идейки. О боже, ребята, меня выбросило из Роблокса. Потому что нефиг тут это, ошиваться, понимаешь? Меня выбросило из Роблокса. Тварь. Выкидывай меня. Что такое? Что такое? Ребята, это вообще не смешно. Текс. Ну, сейчас мы тут должны... Ой, нет сети. Сети нету. Как-то нету. Сети как-то нету. Я же возле Wi-Fi сижу. Нет сети. Ну ладно, давайте на этом закончим. В следующей серии купим этот дом. А сейчас мне надо как-то настроить Wi-Fi и нету сигнала. Всем пока, не забудьте подписаться и поставить лайк.